Ну, привет, ребята. Надеюсь, вам еще не надоели голодные игры со мной. Если да, пишите в комментарии, будем делать что-то новое. А пока что погнали! Так, о, ну ладно, один лук мы оставим парню, пускай радуется. Так, ой, здесь еще один, как его, а, Владос разогнался немного, пошел наверх. Ну ладно, мы тебя опередим, я знаю другую тропинку, которая тебя опередит. Так, что у нас здесь? Отлично, ботиночки и меч, это уже прогресс, ребят, мне начинает вести. Вот, 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 видите, еще одни ботиночки. Мне, конечно, уже везет больше, чем везло в первых сериях, как вы видели. Мне попадается теперь нормальная броня и прочая ерунда. Ну вот, что и требовалось заказать, уже в ботиночки и броня темного рыцаря. Ребят, вот с такой броней просто невозможно не поставить мне лайк, ребят. Так, там уже двое на горе бегают, главное, чтобы они меня не убили. Так, один уже упал вниз, сейчас он 100% поднимется сюда и будет меня убивать. Давайте наденем броню и ботинки, чтобы он нас не убил. Так, а ну иди сюда, иди сюда. Ага, парень застал, конечно же, убежал сразу. Ну, бывает. Так, он меня немного покоцал, нужно отрегенить хп. Курица, ум-ням-ням, какая хорошая. Так, рыбку. Рыбу всегда, ребята, нужно есть. Она немного повышает ваш ум, можно так сказать, вашу память. Вашу работоспособность мозга повышает рыба, ребят, жареная. Ее нужно обязательно есть. Так, ерунда мне попалась. Ребят, смотрите, еще одна точка. Если вы знаете, где сверху сундук, вы вот так подпрыгиваете и забираете вещи. И не нужно залезать по лестнице на второй этаж, тратить на это все время и тому подобное. Так, ребят, старый заброшенный спаун. Что у нас здесь? Рыбка. Да-да-да, рыбку я люблю, ребят. Жареная рыба — это просто объедение. Так, давайте еще сюда сбегаем. Что у нас здесь? Да блин, да у меня уже скоро будет вся коллекция вот этой брони. Так, давайте наверх. Капитан, вперед. Так, нужно думать, где еще есть. Ага, там есть сундучок, но по моим расчетам, мне кажется, его уже лутали. Так что давайте идем сперва вниз. А потом уже поднимемся туда, посмотрим, что к чему. Так, что у нас здесь? Интересно, могу ли я так вот так... Не достает? Ну ладно, давайте сперва тогда идем вон туда наверх. Вот сюда в бункер или что это? Я особо не понимаю. Что это? Ну, какой-то подвальчик или что-то. О, стрелы. Стрелы нам понадобятся. Да-да-да. Ну, ботинки нам не канифолька, конечно. Их нам просто не нужно. Так. Что же нужно для хорошего летсплея в голодных играх? Конечно же, для этого нужен шлем и меч остался нам. Так, ну вот, отлично, меч мы уже достали. Вот мне сегодня, ребят, везет, только я что-то сказал, мне уже везет. Давайте мы это все экипируем, дело, чтоб нас не убили. Так, там кто-то кого-то гандошит сверху. Ага, это наш любимый Владос, который от нас убежал. Так, Вадик, Вадик, ты у нас убежал, мы голосуем, что ты не читер, но мы тебя сейчас убьем. Так, а ну-ка, иди сюда, нас. Ребят, хедшот, с одной стрелы, ребят, я прям как Робин Гуд. Ребят, еще один повод поставить мне лайк. Это действительно, ребят, стоит того. Так, куда? Там уже лутали, мне кажется, он оттуда пришел, значит, он там уже лутал. Так, сколько нас? Трое. Отлично. Ну ладно, мы их сейчас тоже укокошим, это мы возьмем. Нужно отрегенить немножко хпшку, давайте рыбку съедим, она нам немного повысит мозговую память. Так, шлемик мы тоже у Владоса забрали, он нам тоже пригодится. Так, опча, опа, стрелы, отлично. Ребят, хорошо было, если бы сундуки, которые уже обутаны, были бы открыты, а то иногда... Вот так вы бегаете, не знаете, вон там сундук закрытый или нет, утали его или нет. А если он открытый был уже, было бы очень хорошо. Так, что у нас здесь? Отлично. Всякая фигня. Ну, для тех, кто только, у кого этого нету, для этого это не фигня. У меня уже 3 таких меча и 2 брони, мне уже не канифолю это все. Можно так сказать, мне оно не нужно. Если надо, я могу даже кому-то из... ребят, одолжить. Ну, уже остался один парень, вижу, убили только что с эпического меча парня. Ну, парня, значит, тоже фигня с броней. Ну, с броней не знаю, но с лутом у него с мечом фигня, ребят, так как он с эпическим мечом. Я уже могу догадаться, что парня я убью. Значит, ребят, что?
Юрик затащит серию, и это будет замечательно. Ребят, в описании под видео есть ссылочка. Вы нажимаете на нее, и там вы можете задать мне любой вопрос, на который я буду отвечать в стриме, в прямом эфире, ребят. Ну, надеюсь, вам это понравится, такая идея. Идея уже такая есть у Декурта, но я думаю, он не будет обижаться. Так, парень уже на меня бежит. Ребят, скажите ему заранее пока-пока, чтобы он не надеялся, что он меня убит. На тебе, на тебе, на тебе. Вот еще два удара в голову и все, давай, на. Все, да, ребят, видели, что у него... Ну ладно, мы не успели посмотреть, что у него там было из лута, но нам дали 21 монеточку и 60 единиц опыта, что очень-таки хорошо, ребят. Юрик затащил, значит, я... Хочу лайк, ребят, ставьте лайк, ставьте, ставьте лайк, пишите в комментарии, что вы хотите увидеть, или вы хотите увидеть дальше летсплей, или вы хотите увидеть прохождение испытаний и тому подобное, ребят. Так что, надеюсь, вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока-пока.